25 января в администрации района прошло совещание под председательством главы Заура Хамирзова, на котором присутствовали главы сельских поселений, начальники управлений, заведующие отделами администрации района. На повестке дня был ряд важнейших вопросов, в том числе санитарное состояние населенных пунктов, вопросы, касающиеся муниципальных программ, государственных услуг и так далее. По всем рассмотренным вопросам были вынесены соответствующие решения.